Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Задрот сотого левела. Сегодня я вам покажу, как убрать рекламу в браузере Яндекс браузер. Для того, чтобы убрать рекламу или же рекламный баннер, вот по типу Пенсионный фонд Российской Федерации, мы заходим далее. Заходим в историю, нажимаем дополнение. Листаем вниз, и здесь написано «Блокировка рекламы». И останавливаешься на AdGuard. У вас эта программа будет выключена. Вам необходимо будет ее включить. Вот у вас будет вот так выключено. Нажмите «Включить». После этого у вас будет загрузка. Он установится автоматически, AdGuard. Поэтому вам делать ничего не придется. После этого, если у вас до сих пор не включился AdGuard, просто попробуйте перезайти в Яндекс. Вот мы перезашли на Яндекс. Реклама до сих пор осталась. Нажимаем на вот эту галочку «Возобновить защиту AdGuard». Перезагружаем страницу. И реклама исчезла. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.